Хоть два. Хоть всю жизнь. Как я люблю ожидания. Мне кажется, застенчивость — это то, что нужно преодолевать постепенно. Да. Но ведь на это нужно. Нужно время. Люди не такие ужасные, если узнаешь их поближе. И у каждого есть какая-то проблема. Думаешь, только у тебя проблема, только ты разочарована. Ну просто оглянись, и ты увидишь огромное количество людей, таких же разочарованных, как и ты. Но даже я. Я, когда учился в старших классах, я думал, что к этому времени, спустя 6 долгих лет, я буду гораздо дальше, чем я есть сейчас. О, помнишь эту замечательную статью обо мне в школьном факе? Да. Там говорилось, что меня ждет успех, чем бы я ни занялся. Святые небеса. Факел! Вот ты в «Пиратах из Пензанса». Я пел главную партию баритона в этой песне. Да, так замечательно. Да, замечательно, замечательно. Ты меня слышала? Все три раза. Нет. Да. Все три представления? Да. Почему? Ну, я хотела попросить тебя оставить автограф. Ну, почему же не попросила? Ты всегда был окружен своими друзьями, у меня просто не было шанса. А тебе нужно было просто... Да, я знаю. Но я думала, что ты подумаешь, что я... Что я подумаю, что ты была что? В те дни я был окружен девушкой. Да. Ты был ужасно популярен. Да. Я был настолько дружелюбен. Школа меня испортила. Ты нравился всем. Включая тебя? Да, и... Ну что ж, ко мне руки с воды. Ты не приедешь!
Я не верю ни одному твоему слову. Снимай это все. Снимай. Да ты же тварь! Тварь! Ну, ладно, 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 ладно,
Почему ты дрожишь? Мама, я очень сильно нервничаю из-за тебя. Чем я тебя нервирую? Всей этой суматохой. Ты придаешь всему происходящему слишком большое значение. Я не понимаю тебя, Лаура! Ты не можешь довольствоваться тем, что просто сидишь дома. И вот я наконец-то стараюсь организовать что-то для тебя, а ты мне сопротивляешься. А теперь взгляни на себя. Нет! Подожди минутку. У меня идея. Кто на этот раз? Мам? Мама, что ты делаешь? Их называют развратники. Я их не надену. Не наденешь. Мама, ну почему я должна? Потому что если быть откровенной до конца, твоя грудь плоска. Такое ощущение, что мы готовим ловушку. Все прелестные девушки – это ловушка. Прелестная ловушка. И меня этого мужчина от нас ждет. Ну что, взгляни на себя, юная леди. Вот это самая прелестная девушка, в которой ты только можешь быть. Мне нужно привести. Нет, худо ли?
без добра. Ваш муж, вероятно, был дивный, добрый, святой человек. А такие, поверьте, а такие они на небе нужнее, чем на земле. Вы свободны. Отныне вы можете высоко держать голову и смело глядеть людям в глаза. Отныне Бог и люди благословят ваш союз с Иваном Андреевичем. Это очаровательно. Я дрожу от радости. Я просто не нахожу слов, дорогая моя. Я в ваших словах. Мы с Никодимом Александровичем, мы так любили вас. Позвольте нам благословить ваш чистый, ваш законный союз с Иваном Андреевичем. Ну когда вы думаете венчаться? А я не думала об этом. Это невозможно. Это невозможно, моя дорогая. Я богу не думала. К чему нам венчаться? Я не вижу в этом никакой надобности. Мы будем жить, как жили. Ради Бога, я вас умоляю. Ради Бога, опомнитесь. Ради Бога, да что вы говорите? От того, что мы повенчаемся, ведь лучше не станет. Вы хуже спи, помните? 137-й сонет, помните? Любовь слепа, нас лишает глаз. Не вижу для того, что вижу ясно. Я видел красоту, но каждый раз не мог понять, что дурно, что прекрасно. И если взгляды сердце завели, и якорь бросили в такие воды, где многие проходят корабли, зачем ему ты не даешь свободы? Как сердцу моему проезжий двор казаться мог усадьбою счастливой? И все, что видел, отрицал мой взор, открашивая правдой облик лживый. Правдивый свет мне заменила тьма, и ложь меня объяла, как чума. С чего начать? Подними немного руку. Чуть-чуть повыше. Еще. Да, не надо напрягаться. Вальсе главное расслабиться. Очень трудно не напрягаться. Я боюсь, ты меня с места не сдвинешь. Ну а что, спорим, что сдвину? Yeah.